вышли погулять, а у нас снега по колено. Но не мне по колено, а девчонкам по колено. Пошли, пошли, пошли гулять, пошли елку смотреть. Мы пришли елочку смотреть. Пойдем. Пойдем. Мне же что-то не очень хочется. Мы пришли за подарком. А подарка-то нету. Под елочку? Забрали? Владик, забрали, скажи, уже подарки все. Вот скажи. Все подарки забрали. Да? Скажи, пока мы собрались идти на елку, все подарки забрали. И Мишутка тут с нами. Миша, не-не-не-не-не, я не фотогенична. Так, ну все, пошли гулять. Погуляем, сейчас придем домой и кое-что расскажем о наших любимцах. Дикая собака. Ты же ее на поводке не люблю. Пушистики. Ну? Набегались, нагулялись, маму вымотали. Фух. Сына потеряли, где-то с нами тут тоже гулял. Сейчас буду звонить, куда он ушел. Ребенок у нас самостоятельный. Спрашивали, не подарили подарок на Новый год ребенку. Ребенок был у нас в гостях у друга. Поэтому Дед Мороз пришел, подарил только тому, кто был дома. А кого дома нет, оставили под елочкой. Так что подарок был всем, девчонки. И сегодня мы пошли все вместе гулять. Где-то он уже, наверное, друзей встретил. Сейчас дозвонюсь. Уже можно домой ехать. Может быть, еще за мандаринами заехать, если они есть в магазин. Ну что, гуляем? Гуляем. Молодцы. Ой, Багира, Багира. Зима. Баги, моя девочка. Ну что, пошли гулять, девчонки. Посмотреть, как что привезли продукты собаки, овчарки. И хочу немножко, кстати, где у меня лопата? Немножко покидать, закидать снежку. Снега у нас не так много в этом году. Но вот немножечко хочу позакрывать туйки. Помните, мы с вами сажали туи? И вот так вот их немножечко понакрыть. Вон девчонки гуляют. Мы их взяли с собой. А тут начинается метель, кстати. Может быть, потому что за городом дача, открытые места. Ну, воздух классный. А муж еще мне обещал в кафе свозить. Кофе-латте попьем. Ну, и вы, наверное, вместе с вами. Пойдете с нами? Да? Кто кушать хочет? Злата хочет кушать? Ай, моя умница. Ай, моя девочка красавица. Мишель тоже хочет? Ай, скажи, ну поем, поем. А Соме я не дам. Ну, корм, Саман, ну, корм стоит здесь. И кто это ворует? Что за наглый тип? Ай-яй-яй, Саманта! Это что такое, Сома? Сама себя не прокормишь, никто не прокормит. Сома, а если твоя мордочка застрянет? Злата, иди, ты себе такое не позволяешь. Конечно, это только Саманта так может. Так, и крошечка ведь упала. Упала крошечка, ее тоже надо есть. Нет, конечно, Златик себе такого не позволит. Но тебе вот на полу. Сама. И тебе, Мишель. Все.
всех покормила от пуза, все наелись. И что ж мы там делаем? Пока видео загружается, уйти не могу. Вот есть время, минутка расчесать, допустим. У нас очень много всяких элементов с Йорками, потому что это такая милая собачка, замечательная порода. Сонка, скажи, я еще не расчесалась, посмотрите на женщину с утра, иди сюда. Вот, девушка, женщина с утра, какая лохматая, не расчесанная совсем. Да. Мишель, у нас три Йорочки, три девочки. Мишель, иди ко мне. Иди, моя девочка, иди, не бойся. Мишель реже всех бывает в кадре. Она практически не бывает. Чего такое чихает? Да, чихает. Иди ко мне, иди. Ну, я поняла, что ты, да, ты не боишься. Иди ко мне. Иди, Миш, Мишель. Зайчик мой, иди, 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 иди ко мне. Молодец. Ай, стеснючая. Иди ко мне. Иди. Ой, к папе поближе. Тут вот посылочку мне прислала подписчица. Ну, с Новым годом поздравить. На нее накинулись. Вот, зачем вы шлете посылки блогеру? Ну, как зачем? Допустим, я шлю посылки подругам. Те, которые вот в других городах у меня, правильно? Победителем конкурса. Да, шлем. Ну, победителем конкурса это просто приятно. Я раньше, когда была совсем юной, я не понимала, как так может быть, знаете. Вот мама у меня говорила, что она говорит, я очень люблю дарить подарки, чем получать. Когда я девочкой совсем дарила маме подарки, маме было очень неудобно, она Светик, ну что ты. А денежку на подарки, если помните, завтраки были у нас, и мама давала там денежку на пирожное. Ой, об этом другое видео надо снимать, расскажу вам в каком-нибудь видео. Вот, и я какую-то денежку там покупала пироженку, какую-то не покупала, сэкономишь копеечку и купишь маме подарок. Было так приятно, маме было неудобно, потому что она говорила... Светлана, я люблю сама дарить. Вот, говорит, очень люблю дарить подарки. Потому что я вижу, как человек получает эти подарки, какие у него глаза такие вот довольные и ясные. Вот, поэтому, вот, наверное, у меня от мамы передалось, очень люблю дарить подарки, делать человеку приятно. А там на меня, на эту подписчицу накинулись, вот, лучше бы детям отдали. Девочки, я так, ну... Может быть, я не все знаю, но я знаю, что многие блогеры помогают детским домам. У меня не такой еще развитый канал, чтобы я могла помогать детям, детские дома, там какие-то суммы. Вот. Есть блогеры, у которых там миллионы просмотров, которые зарабатывают бешеные деньги и могут себе позволить загрузить там самосвал и конфеты и привезти в детский дом. Хотя детские дома тоже сильно не нуждаются в этом. Ну, конечно, я не спорю, могут поспорить со мной. Вот. А тут человек сделал приятное. Ну, почему нет? Ну, это же хорошо. Дарите чаще какие-то маленькие подарки, маленькие-маленькие, своим подругам, сослуживцам, потому что это настолько приятно делать там кружечку. Правда, мне подарили тут кружечку. Я так хохотала, подарили кружечку мне с поросенком. Кстати, вот я так хохотала, думаю, ну вот свинью подложили же, а? Нечто подарить там какую-нибудь такую вот девичью, а подарили с поросенком. Но с другой стороны, поросенок это день, ой, вернее год, наступающий 19-й, это тоже приятно. Ну что, наверное, уже там видео загрузилось, надо будет одеваться и поехали, а то день-то быстро-быстро расплывется, рассосется этот день, и смотришь уже вечер. А у нас, кстати, всю ночь шел снег. Снег шел, вы знаете, вышло на лоджию такой снег, вот пушистый, хлопистый, такой красивый, но выезжать на машине сейчас в город, я не знаю как, там почистили, нет. Потому что бывает, что слышишь, чистят ночью трассу, вот, дорогу. А бывает, что и тишина, и как выезжать не знаешь. Но автомобилисты знают. Нам пора. Да. Выходной быстро пройдет, а завтра надо опять идти спасать мир. Да, но мне еще двух Йорков расчесать. Саманта к елочке все поближе.